Доброе утро! Сегодняшнее наше занятие, товарищи, наиболее удобно для тех, кто хочет присоединиться к нам и так же, как десятки, сотни тысяч радиослушателей, начинать свой день с утренней гимнастики. Сегодня каждое упражнение нового комплекса мы объясним вам подробно. В следующие же дни пояснения будут краткими. Позанимайтесь с нами хотя бы 2-3 недели, и вы убедитесь в исключительной пользе этих занятий. Затрата 10-15 минут на выполнение упражнений с лихвой окупается и хорошим самочувствием в течение дня, и бодростью, и энергией. Приступаем к занятиям. Станьте в основную стойку. Это значит пятки поставить вместе, носки врозь, руки опустить и выпрямиться. Голову не наклонять, смотрите вперед. Во время ходьбы на месте колени поднимайте повыше. Движения руками делайте широкие, размашистые. Поглубже вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее держитесь, не сутультесь. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Исходное положение для первого упражнения. Пятки вместе, носки врозь. Руки опущены. Пальцы переплетены. Переплетите пальцы. По счету раз отставьте левую ногу назад на носок. Одновременно, не разъединяя пальцы, согните руки перед грудью. Делаем раз, ладони перед грудью, локти в стороны. По счету два, поворачивая ладони от себя, выпрямите руки вверх, потянитесь. Делаем два, ладони вверх, побольше прогнитесь. По счету 3-4 разъедините пальцы и опустите руки через стороны вниз. Ногу приставьте. Делаем 3-4. Пальцы переплетите. Вернулись в исходное положение. Проделайте то же, отставляя правую ногу назад на носок. Руки согнуть. Раз. Выпрямить вверх, потянуться. Два. Руки через стороны вниз. Ногу приставить. 3-4. Пальцы переплетите. Продолжаем под музыку. Левую ногу назад на носок. Потянуться в исходное положение. Правую назад. Руки перед грудью. Руки вверх, потянуться. Опустить через стороны вниз. Ногу приставить. Вдохнуть. Выдохнуть. Еще раз поглубже вдохните, хорошенько потянитесь, выдохните. Хорошо, достаточно. Переходим ко второму упражнению, к наклонам туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, немного шире плеч. Руки согните за спиной и захватите левой рукой правую, правой левую. Это исходное положение. По счету раз-два наклоните туловище влево. Одновременно руки выпрямите в стороны. Наклонитесь влево, руки в стороны. Раз-два. Выпрямитесь, руки согните за спиной. 3-4. Также наклоните туловище вправо, руки в стороны. Раз-два. В исходное положение. 3-4. Дышите так. При наклонах делайте выдох, при выпрямлении вдох. Внимание! Под музыку продолжаем. Влево наклониться, выпрямиться, вправо, выпрямиться, руки в стороны, за спину, руки в стороны, за спину. При наклоне выдох. Выпрямляясь, вдох,
Выдох, вдох, влево, выпрямиться, вправо и закончить. Ноги соедините, руки свободно опустите. Третье упражнение – выпады вперед. Сделайте выпад левой ногой вперед. Одновременно руки поднимите вперед. Раз. Не меняя положение ног, по счету два. Поднимите руки вверх. Прогните. Сделаем. Два. По счету три. Руки вперед. Три. По счету четыре. Левую ногу приставьте к правой, руки вниз. Четыре. Стоим прямо. Тоже проделайте руками с выпадом правой ногой вперед. Выпад руки вперед. Раз. Руки вверх прогнуться. Два. Руки вперед. Три. В исходное положение. Четыре. Дышите произвольно, как вам удобно. Продолжаем под музыку. Выпад левый, руки вверх, в исходное положение. Выпад правый, руки вверх прогнуться, в исходное положение. Раз, два, три, четыре, прогнуться. Очень хорошо. На сегодня достаточно. Теперь сядьте на стул или на коврик на пол. Ноги выпрямите и соедините. Если вы сели на стул, то ваши пятки должны быть на полу. Все поднимите руки в стороны. Четвертое упражнение. Сгибание ног и наклоны туловища вперед. Согните левую ногу, обхватите ее руками, подтяните колено к груди. Делаем. Раз. Выпрямите ногу, поставьте на пол, руки в стороны. Два. Также подтяните правое колено. Три. Выпрямите ногу, руки в стороны. Четыре. Дальше. Наклоните туловище вперед и, опуская руки, коснитесь ими ног поближе к ступням. Наклонитесь. Пять. Шесть. Выпрямитесь. Руки в стороны. Семь. Восемь. Так и продолжайте. Подтянуть левое колено. Ногу выпрямить. Правое колено. Ногу выпрямить, наклониться вперед, руками коснуться ног, выпрямиться, руки в стороны, левое колено к груди, ногу выпрямить, правое колено к груди, ногу выпрямить, наклониться, выпрямиться, руки в стороны, продолжаю, выдох, вдох. Выдох, вдох, выдох при наклоне, выпрямиться, вдохнуть, еще раз проделайте. Наклониться и выпрямиться, встаньте. Немного отойдите от стула. Пятое упражнение. Пружинящие наклоны туловищем вперед. Ноги поставьте врозь. Пошире. Пошире. Вот так. Руки переведите на пояс. Сейчас будете по счету раз, два, три. Делать три пружинящих наклона туловищем вперед, касаясь руками пола перед собой. По счету четыре выпрямляться и переводить руки на пояс. Это несложное упражнение. Начнем сразу под музыку. Дышите, товарищи, произвольно. Приготовиться, коснуться пола. Еще раз. Еще.
выпрямиться. Раз, два, три, четыре. При наклонах ноги не сгибать, пониже наклоняться, выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Хорошо, достаточно. Шестое упражнение. Поднимание ноги вперед и приседание. Станьте спиной к спинке стула. Спиной к спинке стула. На расстоянии небольшого шага от спинки. Руки отведите назад. Придерживайтесь ими за спинку не сверху, а по бокам. Заняли исходное положение. Взмахните левой ногой вперед. Раз. Опустите ногу. Два. Также взмахните правой ногой вперед. Три. Опустите ногу. Четыре. Теперь, слегка сгибая руки в локтях и скользя ими по спинке стула вниз, присядьте на носках. Пять. Шесть. Колени врозь. Встаньте. Семь. Восемь. А теперь это упражнение под музыку. Левую ногу поднять, опустить, правую опустить, присесть, встать, снова ногу поднять, опустить, другую поднять, опустить, приседаем, пониже, встаем, раз, два, три, четыре. Четыре, присесть, пять, шесть, встать, семь, восемь, раз, два, три, четыре, присесть и встать. Немного отойдите от стула. В заключение проделаем прыжки на месте. Ноги поставьте вместе, руки переведите на пояс. Делаем два прыжка на месте, на носках, на обеих ногах. Третьим прыжком ставим ноги врозь и четвертым соединяем их. Попробуйте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь под музыку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Легче, легче прыгайте. На месте. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки с пояса опустили. Правильно. Постепенно замедляем ходьбу. И также постепенно углубляем дыхание. Ходьбу закончить. Желаем вам, товарищи, всего хорошего.